Aww, he's so cute. Так, друзья, вот так вот развлекают путешественников в Италии. E non sorride. Really? E non sorride. Мы на пути к успеху. Я знала, что вы этого ждали. Вы ждали и просили меня сделать настоящий шопинг. И посмотрите, кто сегодня со мной. Мы сегодня с Ксюшкой будем тусить. Матрушкой. Будем просто зажигать. Сделаем настоящий крутой шопинг. Потратим кучу Ксюшиных бабосов. Ты же много зарабатываешь. Тебе же все время везет. И ты всегда много зарабатываешь. Так что Ксюшины деньги сегодня уйдут просто в воздух. Мечтаю, потому что она все купит для Юли, для своей лучшей подруги, которая взяла у нее интервью и сделала ее суперзвездой просто за одну ночь. Мой! Так что, друзья, оставайтесь с нами. Будет много всего интересного. Полтора часа, и мы на месте. Чуть не сдохли по пути, блин. Пока ехали, хотели жрать и пить, и все такое. Так что сейчас мы идем покушать, а потом мы возьмем вас на шопинг. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Ладушки, ладушки. Как настоящие модели, мы будем есть шоколадный круассан. У меня такая строгая диета. Я уже на протяжении 2 недель каждый день ем шоколадный круассан. Я не знаю, с чем это связано. Но у меня какая-то зависимость от шоколадного круассана. И гигантский капучино, который почему-то в Италии всегда холодный. Почему в Италии всегда холодный капучино? Холодный. Попробуем холодный. Попросила человека принести салфетку. Она принесла мне использованных салфеток. Они тяжело достают. А Ксюха взяла себе круассан пафосный для веганов. Интервью номер 2. Давай ты лучше. Расскажи, пожалуйста, про свою модельную диету. Когда я ем, я глупо не ем. Почему ты не ешь молоко? У меня непереносимость лактозы. Что за такой пафосный тренд на тебя повлиял? Тренд. Ну как просто. Мы уже зашли в 5 магазинов. Мы зашли в магазинчики, которые находятся прямо в самой передней части Хировальди. И нам пока что ничего не понравилось. Там, конечно, были одни аксессуары. Сейчас мы идем с Ксюшей в огромнейший Burberry магазин. Посмотрим, что есть там. Потому что, вы же знаете, я все еще нахожусь в поиске бежевого пальто. Идеального бежевого пальто от Burberry. Я бы, конечно, больше хотела, может быть, даже Saint Laurent. Или мне вот еще нравится пальто Stella McCartney. Мне еще нравится... Мне нравится, бубу раскатала. Слушай, за твой счет можно все. Так что, друзья, сейчас придем в Burberry, я вам сниму. Потому что все, что мы до этого видели, no good, no good. Зашли в магазин Fendi. Очень классные ремешочки. У него изначальная цена была, сейчас покажу вам, 850 евро, сейчас она продается за 425, еще можно сделать так себе. Скудил. Еще выбор. Белый. И сколько сильных. Они все примерно в одну стоимость. Спасибо. А есть такие коротенькие. Что же прикольно, такую сумочку одеваешь. Hand strap. Стоит. Он стоил 650, сейчас стоит 1025. Очень красиво. Все, значит, фэнди. А вообще, я ищу подарок для мужа. И он у меня фэнди обожает.
Обувь я точно покупать не буду, потому что это очень тяжело вести. Какой-нибудь аксессуарчик может. О май гад, they're so cool. You like it? It's okay. Cute. Не очень? Нет, нормально, прикольно. Здесь написано, что это Fendi. Они мужские. Они стоили 320, сейчас они стоят 160. Я не верю в понятие мужские, если честно. Я считаю, что... Если тебе идет, тем более в очках. Подарок. За это, да. Посмотри на рукава. Что это такое? О, классный. Угу. Они стоят? Патимейкер. Они стоили 370, сейчас стоят 185. Эй, диджей, битмейкер, патимейкер. Мы направляемся в Бурбари, Барбари, Бербари, Бурбарбари, Оппербари. Ну что, Ксюша? Ты готова? К труду и обороне. За 1300 евро купить себе пальто? Здравствуйте, девушки, вам помочь? Ну, это окей. Ты готова потратиться? Depends. Мне уже видно, что цвет мне нравится. Цвет тебе не идет, если честно. Да. Там есть такое же розовое, смотри. Не, но... Тебе не нравится розовое? Понятно. Такую куртку поменять, я купила. Вот это красиво. Интересно, это тоже пальто для аутлета? Или думаешь, такое есть в коллекции? Нет, у них, я вижу здесь вещи, которые продаются в Гуччи. Красиво. Как тебе? Красиво, мне нравится. А то, что коробка? Оно выглядит прикольно, женственно. Еще 500, сейчас она стоит 650. Я хочу простое бежевое пальто. Я очень хочу вот такое, как у меня то, длинное. Но это окей, я с таким тоже могу. Могу работать. Ну тогда вот это, как вариант, очень даже и цена офигенная. Ну да, сейчас посмотрим, что он принесет. Кажется, маловато. Знаешь, что мне кажется? Что это просто не твое пальто. Да, смотри, да? Не твой фасон. Все вы думаете, что это Zara. Подкладка, это подкладка, да, блин? Куческая там со змеями. Как тут делать зум? Ой, я научилась делать зум. Красивый свитер, мне нравится. Мне не нравится только золотая, золотая снизу. Если бы золотой не было снизу, был бы красивый. Очень в стиле Гуччи. Да, в стиле Гуччи, в стиле советской модели. Я хочу. Туфли Джимми на Бали хочу. И айфон хочу. Я, честно, я хочу жрать. Знаешь, есть? Немножко. Не сильно. Но ты много хочешь есть сыры. Тут я бы порылась. А? Я бы тут порылась. Порылась? Да. А что тебе надо? Юле нравится Карл Лагерфельд. А что вы думаете о Карле Лагерфельде? Напишите в комментариях. Это говно. По-моему, говно. Всего лишь 200 баксов. Так вот именно, я про то и говорю. Футболка такая. Ты же любишь кошек. Живых, не на футболках. Но у них прикольный опыт был один из них. Так хотела, но она была солдат везде. У меня как бы очень большая башка. У меня очень маленькая, наоборот. Кому идет больше? Явно не мне. Мне кажется, это не кошка, это какая-то, блин, коала, блин. Красота. Скажите, что Юля идет, напишите в комментариях, поставьте лайк, если идет. Вот я тебе отвечаю, тебе просто твоя шапка. Давайте скажем, сколько она стоит. Она стоит... О, 29 евро. 29 евро. Вот. Очень приятно. Вот. Я, блин, сейчас умру.
Бонжорно. Слушайте, ребята, трико, мы мерим красивые. Красивые топики. Эти топики сделаны из шелка, но выглядят они, как будто они трикотажные. И они стоят всего лишь 40 евро. А их изначальная цена 330. Они еще бывают в разных цветах, но у них остался только черный. Мне очень нравятся эти топики, я их обожаю. И вот мы сейчас, я себе куплю, Ксюша думает. Берешь? Напишите в комментариях. Так сколько стоит пальто? Скажите. Скажи мне, Ксюша, сколько оно стоит? Миллионы, тысячи. Короче, мы нашли пальто. Черное. Но если я куплю себе черное пальто, мой муж меня просто повесит. Оно стоило 2700, но, окей, 2800. Оно пришло в аутлет за 756, и сейчас оно продается с 40% скидкой, ребята. И я, и Ксюша, мы оба мерим эти пальто, но, конечно же, на меня смотрится намного лучше. Это мой стиль, на мне лучше сидит. Напишите в комментариях. Даже не знаю, но оно очень красиво. Тебе оно очень классно. Но если я его сейчас куплю, то я точно не куплю себе бежевое. Что ты делаешь, Юр? Я выполняю свой материнский долг. Нам принесли рыбу. Нам принесли. Борсбо. Бронзина. Но это сибас. Юля ест голову рыбы. Выходи. Такая длинная, что не влезаешь в кадр. Напишите в комментариях, как вам платье. Как вам танец. Мне не нравится. Не знаю. Как-то оно тебя похоже на чайник делает. На кого? На чайник. Баба на чайник, знаешь? Да, оно красивая идея, тебе должно было подойти, но оно что-то в нем не то. Конечно, она меня слишком делает, как цыганка. Да, да, это не твое. Юля, бери! Розовая! Просто огонь! Мне кажется, вот это твое платье. Шикарно, шикарно. Сколько она стоит? 370. 370, а изначально сколько стоит? 1000 с чем-то. А что ты повернула? Да хер ее знает. Расскажи, пожалуйста, в чем ты сегодня одета? А, да, так даже. На мне. Очки. Dior. Пальто. Yves Saint Laurent. Turtleneck. Other stories. Bag. Bag Balenciaga. Leggings. Off-white. Off-white. Покажи. Боты. Givenchy. Givenchy. Girl, you cool. You too cool. Я это все собираю годами. Это не то, что я каждый день хожу в разных брендовых вещах. Это копится, понимаешь? У меня всего одна пара. Всего одна пара. Гузи Ванши, блин. Я просто все свое ношу с собой, как русские делают. Знаешь, все свое на себя надели, пиши. Блин, ну вот это реально, неужели я такой крут носит? А мне вот это не нравится. Не нравится мне вот это? Нет. Какая-то бабкинская 300, тема. 300, о, смотри, какие трусы. Юля, нашла тебя. На кассе не будешь ходить. 19 евро обувь. Это что, это маскина? Да, это лак маскина. Такое все такое. 51 евро. Фирменная. Нравится? Ты что, прикалываешься? Ну, тебе Мишка не нравится? Вообще нет. Да. Ну, так фирменные. Ну, это для китайцев, мне кажется, рассчитано на них. В катышках все будет потом. На много катышках. Вот именно. Лайки. 24 евро. Типа Шанель. Ну что, друзья. Вот я и дома. И что же я купила? На самом деле тут три пакета. Вот еще один. Он спрятался.
Значит, La Perla. Вот такой шелковистый бодик. Абсолютно простой. Его изначальная цена была 330 евро. Я купила его за 40. И это 100% шелк. Потом я купила вот этот вот красивый пакет. Но что здесь, я не могу вам показать. Потому что это подарок для моего мужа. И я купила себе огромный черный пакет. Вот он. Мой прекрасный друг в красивом мешке. Сейчас мы его откроем. Вот он. И это пальто, которое я мерила в магазине. О, они сорвали цену. Интересно. Интересно, чем они это сделали. Но у меня это все записано. Так что, друзья, это пальто я купила за 450 евро. Я надеюсь, вам понравился мой шопинг-влог. Много всего, конечно же, купить не удалось, но шопинг был удачным. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно пишите внизу, если вам интересны такие видео. Если да, я вернусь домой и обязательно буду делать еще много разного классного шопинга. Увидимся. Ну что, друзья? Ну что, друзья? Ну что, друзья? Что, друзья? Ну что, друзья? Ну что, друзья? Ну, друзья? Ну что, друзья? Ну что, друзья? Пожалуйста, наворуй салфеток. Наворуй? У меня не принадлежит ни туда тоже. Что за такой пафосный тренд на тебя повлиял? Тренд. Если я пью молоко, меня поносит. Чуть-чуть, друг. Иди в жопу. У тебя удобно спагетти? Не натирают? Да? Exactly. Почему ты прям записываешь?